терпит траур и переживает, сеет панику. Это ни к чему. Оставьте, выключите свои телефоны и успокойтесь. Все, кто уехали, находятся сейчас в этом трауре. А все, кто остались, останутся до конца. Пожалуйста, остановите этот хаос и этот бред. Чушь и бред. Пустую трату времени. Мы здесь, все хорошо, все будет хорошо. Остальные ребята, которые уехали или находятся там, ребята, идите сюда с нами, вот сюда. Вот здесь надо стоять. И вот здесь надо все это делать и помогать, чем можете. А не уезжать и не обсуждать все, что происходит в азербайджанских СМИ. Всем пока. Выключайте телефон. Я бы хотел еще добавить к землякам моим. Я сам со Степана Керта из Москвы приехал, я и брат мой. Вот здесь мы находимся, и мы вынуждены вот это видео снимать, чтобы вы не были трусами и не держали траур. Вместо того, чтобы взять автомат, приехать сюда, как мой брат прилетел и стал здесь, и так же, как и братья наши, которые не родом отсюда, но которые армяне и знают, что такое быть армянином и честь знают. Мы вынуждены спускаться с постов, стать здесь, видео снимать, обращение, чтобы вы там не плакались в эти... в платочки, а приехали, нашли в себе мужество, встали и приехали сюда, взяли автомат, если даже не автомат, хотя бы там в больнице помогайте, чтобы женщинам этот тазики не несли женщин.